Добрый день, друзья. Сегодня 16 июня 2024 года. Перед нами свежевыкопанные саженцы. В данном случае это мускат золотой. Значит, чем хотел поделиться. Вот эти саженцы садились позапрошлом году на осень. Было видео. Кто интересовался, вот смотрите, какой прирост. Я их выкопал с целью пересадить в другое место. Они мне тут не нужны. По корням, смотрите, значит, на пятке вот такие корни образовались. Вот, красота. На следующем суставе и под верхом. То есть черенок порядка 25-30 сантиметров получается у нас. Ну, где-то 30 есть, наверное, был. Вот такие на нем корни образовались. Тем, кто интересовался, садить ли на осень. В данном случае технарь, золотой мускат, вот себя отлично показал. Вот эта лоза прошлого года выросла, если вы видите. А это этого года уже дало прирост. Так, ну я укоротил, конечно, чуть-чуть. Вот, один отличный. Смотрите, я садил пару. Второй. Ну, я только что срезал, конечно, эти лозы. Так как пересаживать будет мешать. Второй, смотрите, дал похожий результат. Ну, я корешки уже укоротил. В данном случае подрезал чуть-чуть. Сейчас буду пересаживать в другое место. Он, конкретно этот куст, смотрите, сконцентрировал вот эти верхние, типа рассевных корней, такие сверху. Видите, какие мочалки висят. А снизу, например, маленькие корешочки. Ну, в смысле, не маленькие, а меньшее количество, чем на том саженце. Вот такой результат. Так что, если кто-то надумает садить на осень или весной, вот такой результат. Мускат золотой. Все. Всем удачи. До свидания.